Уже пятый день. В Нью-Йорке потихонечку сыпет снег. И вполне возможно, что зима будет холодная, как и обещали. А вот Брайтон-Бич-Авеню, это самая южная часть Бруклина, и поэтому здесь снег весь растаял. Но елочные базары уже готовятся к продаже своего сезонного товара. А вот Battery Park севернее, и здесь снег лежит. Здесь покупают билеты на поездку к Статуе Свободы. Вот это очередь. И вот люди уже сидят в кораблике и поплывут на остров Свободы. Здесь снег убирают, как получается, это памятник иммигрантам. Это первый парк Нью-Йорка, который называется Боулинг Грин, начало Бродвея. Это памятник быку. Перед быком поставили девочку 8 марта этого года. Бродвей — это каньон героев в этом участке. И здесь проходили так называемые серпантинные парады. А здесь находится Нью-Йоркская фондовая биржа. Вот эта елка перед ней стоит. Биржа построена в виде древнегреческого храма. Храм денег. Это Тринити Чёрч, церковь епископальная. Эта улица называется Брод Стрит. А это Уолл Стрит и памятник Джорджу Вашингтону. Это образцы современного искусства. Магазин Century 21, часы на тротуаре 1884 года. Ремонтные работы в отопительной системе. А это станция метро, названная в честь Роберта Фултона, который построил первый пароход в мире. Фултон Центр. Четырехэтажная. Сходятся 10 линий Нью-Йоркского метро сюда. Это здание называется Oculus. Сегодня здесь небольшая ярмарка. И мероприятие рассказывают сказки детям. Вот актриса работает, детей собирает и читает, и рассказывает им сказки веселые рождественские. Во второй половине декабря людей в Нью-Йорке больше, чем обычно. Очень много народу приезжает сюда отмечать рождественские праздники, встречать. Активизируется вся торговля, массовые распродажи. Много чего нового, хорошего продают, интересного. Проводится масса мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, шоу.
Это мемориал 11 сентября. Башня Свободы, здание, построенное взамен башен-близнецов. И это Южная башня здесь стояла. Это дерево жизни. Из оставшегося обломка ствола ботаники вырастили заново это дерево. И даже видно, где оно было старое, где выросли новые части. А этот шар, идеально золотой был, стоял между башнями-близнецами. Его завалило, потом его откопали и поставили как памятник тем, кто погиб на этом месте. Это здание Всемирного финансового центра, который стоял рядом со Всемирным торговым центром. И сейчас его переименовали, поменялся владелец. Это здание теперь называется Brookfield Place. 2 года уже. А это Public Place, общественное место. И здесь зимний сад пальмовый. Здесь аттракцион такой, фотографироваться как бы как горнолыжники. Пальмы настоящие, приехали из Калифорнии. Ну и здесь постоянно какие-то мероприятия проходят. Если подняться на ту сторону, на второй этаж, пройти налево, то там Санта-Клаус для фотографирования с детьми. Ну, сделан как настоящий. Больше всех елей рождественских ставят торговля. И эта ель привлекает малышей, потому что им очень интересно, что же это такое висит. А это уже универмаг Сакс на 5-й авеню, универмаг высоких цен. Это витрины Сакса, вот, новогодние у них инсталляции, и люди собираются в большом количестве посмотреть. А храм, который виднеется, это собор Святого Патрика, католический. Вот так он выглядит внутри. Ну и Папа Римский. Это 5-я авеню. И я перехожу ее и направляюсь в Рокфеллер-центр. Под Рокфеллер-центром там большие подземелья, и вот под этим зданием находится магазин Сваровски, это имитация бриллиантов. Они с 2003 года дарят на ель, это главная ель США, которая стоит возле Рокфеллер-центра, и они дарят вот такую звезду, в которой там тысячи этих бриллиантов Сваровски. И для того, чтобы мы ее могли поближе разглядеть, они уже 3 года выставляют ее отдельно, чтобы мы могли на нее посмотреть. Так она наверху на еле находится. Ну, это религиозная организация. С колокольчиками играют и поют, они развлекают нас. Армия спасения называется. А это внутри, в главном здании Рокфеллер-центра, Comcast Building. Росписи, стены потолков. И различные украшения. Сейчас я выйду из этого здания, и будет аукцион Кристис. А в витринах этого аукциона будут картины, которые будут предлагаться на продажу на аукционе. Это уже 6-я авеню.
Ну, здесь, в принципе, эти игрушки, которые там стоят, с этой стороны такие елочные электрические гирлянды, они каждый год выставляются на Рождество. Но все равно красиво. Вот так это выглядит. Бассейн. Огромные эти новогодние игрушки. Деревья все. Вот деревья, больше огоньков как-то прибавилось по сравнению с прошлым годом. А это радио City Music Hall. И там сейчас идет, готовятся новогодние рождественские концерты и представления, то же самое. Вот много людей. Дальше я перебрался на ВС-72. Здесь тоже новогодние украшения. И я здесь увидел странную коллекцию велосипедов, старых, очень старых велосипедов, связанных какими-то цепями. И мне кажется, что я увидел предположительно человека, который эти коллекции собирает. До свидания, до новых встреч.